Подробно об Анне Березиной, хозяйке всего казахстанского золота, расскажем сразу после кратких итогов забастовки в компании Березиной «Алтын-Алмаз». Забастовка на месторождении золота «Пустынное» в Карагандинской области началась в субботу 10 июля. На следующий день утром на месторождение прилетели руководители «Алтын-Алмаза» Дияр Канашев и Бахром Джалолов. 11 июля в 9 часов утра на «Пустынном» началось общее собрание. После угроз руководства «Алтын-Алмаза» половина рабочих сразу согласилась выйти на работу. Другая часть бастовавших, оказавшись перед угрозой увольнения, прекратила забастовку чуть позже. Таким образом, первая забастовка на «Алтын-Алмазе» завершилась поражением бастующих. Тем не менее, можно сказать, что начало положено. Опыт – дело наживное. Будем надеяться, что следующие забастовки на золотых месторождениях «Алтын-Алмаза» будут более организованными и успешными. Теперь о хозяйке всего этого богатства. В сети появились первые фотографии Анны Березиной, официально владеющей всем казахстанским золотом. Эта девушка является главой голландской компании Golden Reserves BV, которая официально принадлежит и «Алтын-Алмаз», и «Казах Алтын». Анна Березина родилась 27 июля 1988 года в Ижевске. У Березиной имеется двойное гражданство – российское и голландское. А здесь на фото запечатлены родители Анны Березиной – Андрей Березин и Елена Якубовская. Мать Анны, Елена Якубовская, числится главой десятка фирм, связанных с назарбаевскими олигархами Владимиром Кимом и Эдуардом Огаем. Достигнув совершеннолетия, по следам матери пошла и дочь. В 2013 году Анна Березина стала директором компании под названием «Аман Мунай Эксплорейшн», занимавшейся добычей нефти в Актюбинской области. Капитал компании оценивался в 342 миллиона евро. В 2016 году Анна Березина покидает пост директора «Аман Мунай Эксплорейшн» и становится владелицей 49,9% АО «Каражира». «Каражира» разрабатывает угольное месторождение на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона. Компаньонами Анны Березиной в угольном бизнесе и совладельцами АО «Каражира» стали брат спикера Мажилиса Нурлана Нигматуллина Ерлан, Эдуард Огай и Владимир Джуманбаев. В 2017 году Анна Березина становится владелицей «Алтын-Алмаза», а затем и «Казах Алтына», то есть всего казахстанского золота. Вы, наверное, поняли, что Анна Березина, которой 27 июля должно исполниться 33 года, является всего лишь подставным лицом, ЗИЦ-председателем. Вполне возможно, что и стоящий над Березиной Ким Согаем на самом деле тоже ничем не владеют, а лишь выполняют роль очередной прокладки. Конечными владельцами «Казцинка», «Казахмыса», «Алтын-Алмаза», «Казах Алтына» и много чего еще, оформленных на таких, как Березина, Якубовская, Ким и Огай, могут быть только назарбаевы. Судя по схемам, описанным в интернете, ни Киму, ни Огаю, ни тем более Анне Березиной назарбаевы не доверяют. Компании-прокладки, такие как Golden Reserves BV Анны Березиной, в свою очередь контролируются различными инвестфондами, зарегистрированными на Мальте или в Сингапуре. Все организовано так, что кинуть конечного владельца будет очень трудно, практически невозможно. Канал «Басе» консультирует и помогает простым людям, всем, кто готов бастовать, выходить на митинги и отстаивать свои права. Мы поможем вам с организацией и освещением забастовок. Бастуйте, требуйте, добивайтесь. Наши контакты в WhatsApp, Telegram и Сигнале. Ассаламу алейкум. Біз мына жерде кимжи секьюрити жасса, жаңызден филиалының ұжымдастары болып, талап етеміз. Талап арызда көрсетілетін Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Маминге, акционерлік общество национальной компании «Казмұнайгаз» бас директоры Алик Серікұлы Айдарбаевқа, Маңғыстау облысы әкімі Серікбай Утилгенович Тұрымовқа, Жаңаөзен қаласы әкімі Мақсат Оңғарбаевич Ибағаровқа, КМЖ секьюрити бас директоры Талғат Бигалинович Тоқаловқа, КМЖ секьюрити Жаңаөзен филиалының директоры Алмаз Сапаевич Шимірәлиевке талап арыз. Ұжымдастардың талап арызы. Біз КМЖ секьюрити Жаңаөзен филиалының күзетшілері, атап айтқанда Қазтрансойл күзет бекетінің күзетшілері мен жедел топ күзетшілері, Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының күзетшілері мен жедел топ күзетшілері, ОМС күзетшілері, ККС күзетшілері және Қазгос күзетшілері, КНЖ катеринг күзетшілері болып,
осы жерге қол қоя отырып талап етеміз. Ай сайынғы жалақымыз қолға алғанда ең кемі 150 мың теңге болуы. Жыл сайынғы мерекелерде берілетін сыйақыны толық берілуін. Талап арыз орындалғаны туралы бұйрыққа қол қойылғанда көз жеткізбейінше жұмысқа шығудан бас тартамыз.